Алина потяжелее, проваливается побольше. Да и можно прыгать, он такой большой. Нет, я имею в виду, что девчонки прыгают, а он даже вообще не чувствуется. Это реально? Да. Так родить, конечно, там можешь. Как я в ТикТоке видела, женщина, у нее уже прям вообще большое. В теннис прыгнула, подпрыгнула, у нее воды отошли. Все. Не дай бог. София! Видите, стояла. Что это, даже не знаю. Сейчас Алина принесет мел. У нас их там много всякого. Будет играть. А я играю. Ты играешь? Да. Ну, считай. Один. Угу. Один. Цвета там какие? Один нет, стоп. Как стоп нет? Вот он же... Она красный называет, стоп. Красный, скажи. Один нет, стоп. Вот с этой стороны иди рисуй. Вот тут. Дальше, с этой стороны. Коробочку так, надо. О, на. На. Иди. Алина у нас левша. Левой рукой все рисует. Больше же никто в семье не левша, только она. Папа. Ну, папа у нас так и так может. Ну да. Он переученный, потому что ему руку завязывали. Он нет, он пишет только правой рукой. Остальное он все делает левой. Дай мне желтый. Игрушки. Это на зиму. На зиму игрушки. Тоже вот, видите? Все в игрушках. Тоже игрушки. Вон ванночка Настя привезла на время. Она потом заберет уже, покупать не надо. Холодильники автомобильные. По идее, все надо. Поэтому все тут хранится. Что-то тут еще еда. Да, полная даже. Пылесос привезли от Насти с Димой. Что-то там надо посмотреть его. Они забрали один наш так, это пылесос. Откидывать. Сломанный? Да. А ну, откидывай, ага. А, ну, дожди начнутся, папа посмотрит потом, что и как. Что-то у нас связь как пропала, и все, и так и стоит. Уже, наверное, часа два точно нету. Девчонки позвонили. Настя за ними поехала. Софийка с ней тоже, конечно. Так, надо варенье отнести в подвал. Кто? Кто ушла? Да, говорю, вроде в огороде была. А-а-а. Это мой двойник. Угу. Что-то сразу папке машину моешь? Да. Ну, он сказал только боковушки. Стекла я не трогаю. Ну, ладно. Это тоже вот только верх обтереть. Внутри-то чисто. Что там? Сейчас он еще один Димкин там достанет, папка. Паласов столько. Набирали. Ну, это, снимем тоже с зала. Тоже надо будет его постирать. Девчонкам в комнату положить. Все равно будет холодно. На полу играют. А то они ходят к нам в этот, в зал, ну, с хомяком полежать на паласе. Так, это
крышка с, как она, с прицепа, с этого. Так, Дариночка, наверное, тут помогает. Открыла бы, дочь, пылище. Собака же тут бегает. Ну, пусть бегает. О, видите, как чисто стало. Столько всего повыкидывали. Настя проверила этот, ванночку эту. И говорит, ничего, нормально. А это... А тоже принесли. Его надо, наверное, надуть, посмотреть, где он пропускает. Матрас надувной. Ну, папа всё. Говорит, может быть, он пылесосом пройтись. Сомневаюсь. А можно? Настя же привезла свой. Это тоже вот. Он опылило, надо было открыть. Это тоже вот с прицепа. Эти тоже надо сдуть уже. И видите, тоже сохраняем от хлебопечки, от всего. Все, надо, надо, надо. Тут у папки бы еще разобраться. Тут еще вещи Оленины. Там где-то еще тоже несколько пакетов. Собака, забияка. Ладно, кушать готовы. Папка хочет подвесить. Наш подвесишь пока, да? Наш внизу будет. А Димин сверху, да? Да. Сейчас в углу мешать не будет. По идее, надо такую железную полочку сварить сюда. А в подвале, в погребе же есть. Она куда пойдет у тебя? Ты ж туда хотел вроде. Да. Ну, то потом еще будет одно помещение. Здесь вот, которое над погребом. Тоже надо будет его доделывать. Вот, маленький молоточек. Чтобы ключаю подойти. Об этом батуте. Вот стою и смотрю. Ей можно, она вчера с вами прыгала. Иди, давай. Дети, ждите, говорит. Алина волейболом не могла заниматься. Ты с велосипеда упала, да, или с чего? С мотоблока. У нее мениск выскочил. Частенько теперь болит нога. Потому что вас много. Что ты так соскучилась совсем сильно, не хочешь ее? Попрощаться не успею. О, кроссовки отстирала. Вон Сашин тоже какие белые. Все. Вот до среды. После... После резинки у тебя такие вот. Ну все, давай.
Пиши. Деньги высылай. Нет, деньги не нужны. Ну, ей не высылай. Все, Настя увезет сейчас. Пока-пока. Да, пока, дочь. В среду поедем, заберем меня. Чуть попозже уже. И Дарина поедет, да, доченька? Угу, да. Завтра на учебу. Хотела наверх залезть и заснять, как папка там что делает. Девчонки меня не пускают. Ой, только не при себе. Держите, если что. Я аккуратно, тем более телефон. Во. Вот папа. Я сама посмотрю, что там делает. Вот там. Работайте полным ходом. Она сказала сюда. Девчонки не пускают. Да, нормально. Сейчас Женька слезет, и мама залезет. Я? Да, нет, мама. Не ты. Мама залезет. Тамуська, он сказал, а это я. Сейчас мама поснимает. Вот такая модель. Модель. Все, слазь, мама полезет. Мама, подержу лестницу. Но ты все равно не лезь. Тома тут что-то тяпкой делала. Я тоже делала. Ну, молодец. Тут мусор Тома собирала. Помощница. Мам, ты полезешь? Наверное. Ну ты слезла, мам, нет? А давай вот наш домик детский. Где? Там. Ты чё? Там есть кто-нибудь сумасшедший. Тома, ну-ка слезь быстро, мама полезет. Там очень круто, типа папа там сделал. Давай, я держу. Мама! Там можно было стоять. Мама, мне головалки построили. Вот эти, вот там будет наш домик. Нельзя наверх лазить. И так вам всё позволено. Давай, я здесь. Мама, я не боюсь высоты. Мам, ты что так резко? Мам, ты что так резко? Как потом? Вот. Крепко держи. Все круто, мам. Я держу тебя. Два. Смотри, сюда, Тонис. Как папка тут все утепляет. Ну. Мама, залезла. Да, только там песок. Ну вот останется я еще делаю эту сторону. Ура, я держу. Вперед. Мы можем лампочку подправить, если что. Так, ладно, выключу и слезу спокойненько. Вот смотрите, где-то все-таки дырка есть. Где-то же пролазят, а? Что-то типа овчарка. Ну. Не ходите, не ходите, еще укусит. А я люблю овчарок. Женя, не трогайте собаку. Ну что вот такое? Ну не лезьте. Женя, Саша. Они бегают в воде. А что там, мам? Овчарка. Ну что случилось? Не. Ой. Ну так иди домой. Нет, мам. Прыгала, устала. Идите домой, душ принимайте. Сейчас папка придет. Огромное какое. Та и там лазится. Вот она, около тайки. На самом деле так не хочется, чтобы погода менялась. Ну, осталась неделька и все. Ой, какая... Конечно. И это маленькая. Ну. Если она стоит на ноги, то Томку она точно будет выше. Она конечно будет с ростом меня. Да, она вот такая, да? Она будет с ростом меня. Как медведь. Ну. Если она сейчас стоит на четырех лапах, а она вот она такая. Если она сейчас стоит на четырех лапах, она вот такая. А если она стоит, говорю, она где-то пролазит, да. Не видно, говорит, детей. Детей только слышно, кричат там. Видели. Мы с Настей на Валберис. Заказала я вот такие. Еще вот сзади у нас иногда три человека садятся, а там уже все растянулось. И еще одну Насте. Вот, да, дочь?
Ну, на всякий случай. И Настя тут себе еще что-то заказала. Это салфетки? И дом! София. И дом! Сейчас они зайдут. И дом! Да, у девочки день рождения. Вот, от Саши, от Жени день рождения не отмечалось. У них там что-то не получилось. Девчонок приглашали, но они не смогли пойти. Немножко расстроились. Я говорю, ну все равно конфеты подарите. Вот. И еще, коробки, да, ты заказала? Да, это в комод. Угу. Что они стоят? А тут их 6 штук. 500 рублей. Я потом посмотрю, если хорошие, я девчонкам тоже закажу в шкаф. Посмотрю, если они хорошие. Так, Тома? Да. Ну и купили немножко сладости. У нас к чаю ничего нету. Конфеты есть. Поэтому мы взяли тут маффины немножко. Это Софийка, конечно. Софийка тоже в армию взяла. Я взяла 2 булочки. Это для того, чтобы деньги разменять. Молоко, кефир и хлеб. Ну и масло сливочное. Все уходит у нас. Вот, дошли еще одни. Удобные. Вот. Девчонкам единственное, вот эти еще не поставила. Закрепки. Все помыла? Зови девчонок. Пока помоете сейчас еще. Вот. Настя, сейчас уже скоро начнут собираться домой. Так их там по несколько человек снимает, что ли? Так, девчонки все ужинают. Настя, возьми сама у Софии, попроси. А, она делится. Умница. Саша там душ принимает. Так, я что? Мама, она меня пьет. Ну, кушай. Все, кушай. Вики домой собирается. Постираешь дома? Заморалась? Ой-ой. Подожди секунду. Ладно, дети. Говорите пока. Всем пока-пока. Да. Ты ничего не забыла, что там тебе прислали собрать? Нет. Вот. Ага. Ну все, дети уезжают. Софийка завтра в садик. Это Гуся, обнимусь, это взяла? Первым делом скажи. Скажи зрителям пока. Все, Маши, пока, пойдем. Она тут уже вперед всех побежала. Пока-пока. Пришлось возвращаться. Пришлось возвращаться. Да, в воскресенье. Ага. До субботы уж тогда. Суббота отучишься. А, ну да. Ну, угу. Все. Ну все, поехали. Пока. Как будем делать? Ты его, наверное, замучила. Что вы хотите? Перестановку? И вот это поменять. Потому что вот ночью, когда он там скакал, там что-то... Там отлетело, это слежу, там сломалось вот это отлетело. Mm-hmm. Сломалось. Аккуратно. Он толстенький у тебя, да? Да. Он только что у меня с рук ел кукурузу. Mm-hmm. И семечку. Он так щелкал ее. Mm-hmm. Так лапкой было раз, два, как банан. Так. Блин, что-то у меня... кашель пробивает. Дорогие мои, мы с вами будем прощаться. Мама, три, у него тут запасы. Ага. Настя написала, что они уже до дома доехали. Все хорошо. И у нас тоже день подходит к концу. Время, наверное, уже где-то 8:30. Все, всем пока, всем до завтра. Всем пока-пока.